Хочет сказать спасибо учителям, спасибо особенно классному руководителю. Школа оставила во мне только положительные эмоции. Здесь я нашел своих друзей, своих близких. И за все 11 лет я научился тому, что поможет мне в будущей жизни. Сейчас перед нами стоит очень важный выбор, выбор нашей профессии. Вот, например, я собираюсь остаться в городе и поступить на учителя начальных классов. Грустно, конечно, немного, но все равно я этого ждала как бы долго, поэтому я рада.